так и не довели до ума. Умную остановку на площади Пушкина разбирают. Ни общественного туалета, ни электронного табло там не появилось. Павильон уже лишился верхнего слоя обшивки. Как нам сообщили в мэрии, демонтаж – дело рук самого инвестора. Администрация материальной ответственности не несет. После того, как объект исчезнет с лица города, на его месте останется традиционный остановочный павильон, причем более безопасный для пешеходов и тех, кто ожидает транспорт на краю дороги. А еще в феврале этого года остановки пророчили большое будущее. Инвестор обещал областному центру порядка 30 таких конструкций. Пока их только две. Вторая напротив «Современника». Остановочные павильоны все обременены дополнительными. Это установка камер, установка системы оповещения, планируется и умная установка, то есть совмещение со системой ГЛОНАСС с прибытием транспорта. И плюсом вот эксплуатируемый павильон, где должен располагаться в том числе и туалет, который будет доступен для жителей города.